Очередная приятная церемония сегодня прошла в зале администрации района. Состоялось награждение, приуроченное к столетию республики. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие Кашхабльского района, благодарственных писем Государственного совета ХАСы Республики Адыгея были удостоены медработники, работники библиотечной сферы, педагоги. Открылось мероприятие с поздравления главы района Заура Хамирзова. Сначала поздравить всех с прошедшим праздником, юбилеем Республики Адыгея, столетием со дня образования, всем здоровья, благополучия, счастья, естественно. Мира. На столь значимом мероприятии присутствовал депутат Государственного совета ХАСы Республики Адыгея Зураб Зехов. Хочется, дорогих учителей, поздравить с вашим днем, пожелать здоровья, терпения, конечно. Воспитание наших детей в частичности, в половину зависит от вас. Дома, школа, все остальное, институт. Поэтому поблагодарить их за их труд, терпение и пожелать долгих лет еще работы и здоровья. Всех награждаемых с такой наградой поздравил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Мероприятие, посвященное столетию республики, продолжается у нас в районе. И на уровне района, скажем, спасибо за ваш труд. Мы, несомненно, видели на уровне района и сегодня на уровне Госсовета ХАСа, который сегодня поблагодарил вас за ваш труд. Успехов вам, дальнейших всяческих достижений на благо района, на благо республики, чтобы у вас все получалось. Несомненно, ваш труд был всегда оценен, он был виден и всегда ему относились с большой благодарностью. Спасибо вам за ваш труд, за ваши усилия. У вас всю жизнь так дальше получалось. Далее состоялась церемония награждения. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие Кашхабльского района и в связи с празднованием столетия государственности Республики Адыгея, благодарностью Государственного совета ХАСы Республики Адыгея награждается Вергасова Сания Сафовна, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом хутора политотдел. Емыкова Марет Ахмедовна, заведующая детской модельной библиотекой муниципального районного учреждения культуры и поселенческой централизованной библиотечной системы муниципального образования Кашхабльский район. Кемичева Марина Анатольевна, участковый врач-терапевт, заведующая Бичепсинской врачебной амбулаторией. Сидюкова Вера Владимировна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования Кашхабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 7, поселка Майский. Суслова Ольга Николаевна, заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Кашхабльский район, детский сад номер 13, села Вольное. Черненко Лариса Георгиевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования Кашхабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 10, хутора Игнатьевский. Завершилась встреча памятной фотографией.